Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Сегодня мы расскажем о шести самых красивых еврейках современного российского кино. Известно, что в российском кинематографе значится большое количество красавиц разных национальностей, но мы поговорим далее более детально о еврейках, пленящих своим необыкновенным обаянием с экранов телевизоров. Алика Смехова. На сегодняшний день актрисе Алике Смеховой исполнился 51 год, но этого не скажешь ни по ее внешности, ни по фигуре, ведь по указанным параметрам она может легко дать фору любой модели. Сама звезда российского кино признается, что своей внешностью она обязана прекрасной генетике, которой ее наградил знаменитый отец, имеющий еврейское происхождение. Стоит отметить, что Смехова очень гордится своей семьей и происхождением, хотя нередко и отмечает, что считает себя русской. Ольга Кабо. В рейтинге самых красивых евреек российского кино находится и давняя подруга Алики Смеховой Ольга Кабо. С недавних пор они являются звездными кумами, так как Алика крестила младшего сына Ольги. Сама Ольга Кабо имеет еврейские корни, которые передались ей от деда по линии отца. Несмотря на то, что фамилия Кабо имеет исконно еврейское происхождение, предки актрисы служили исключительно на благо российского народа. Ее дед был известным украинским деятелем, а прадед героем Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что в ее роду есть и писатели, и химики, и экономисты. Алиса Хазанова. Еврейские корни передались Алисе от ее звездного отца Геннадия Хазанова. В настоящее время она является успешной актрисой, которая снялась в более чем 30 картинах, ввиду чего уже давно воспринимается в качестве самостоятельной персоны российского кинематографа, а не папиной дочкой. Что касается семитского происхождения, то Алиса Хазанова его никогда не скрывала. Правда, сделать это попросту невозможно, ведь ее отец является не только известным сатириком, но еще и членом российского еврейского конгресса. Екатерина Стриженова. В марте 2019 года актрисе Екатерине Стриженовой исполнился 51 год, но поклонники звезды отмечают, что она выглядит гораздо моложе своего реального возраста. Зная о ее принадлежности к семитскому народу, которой Екатерина обеспечена по материнской линии, многие связывают ее молодой внешний вид именно с этим. Стоит отметить, что в настоящее время у Екатерины имеется взрослая дочь, которая, судя по всему, унаследовала ген красоты и вечной молодости от своей матери. Ксения Рапопорт. В число самых красивых евреек русского кино также входит и Ксения Рапопорт. Она активно снимается в кино, играет роли в театре и радует своей красотой и обаянием поклонников. В многочисленных интервью Ксения говорит о том, что она ощущает себя еврейкой и, более того, никогда даже не думала этого скрывать. Стоит отметить, что в тот момент, когда перед молодой актрисой стоял вопрос о том, чтобы взять псевдоним, она наотрез отказалась это сделать, дабы сохранить фамилию отца. В настоящее время у Ксении имеется взрослая дочь. Аглая Тарасова, которая также пошла по актерским стопам матери. Несмотря на то, что у девушки нет актерского образования, она стала звездой фильма «Лед» и телесериала «Интерны», а также обладательницей премии «Золотой орел», которой она была удостоена за лучшую роль в кино. Татьяна Друбич. В свои 58 лет актриса Татьяна Друбич выглядит просто восхитительно. Сама она отмечает, что предпочитает стареть без каких-либо вмешательств в виде хирургических операций и введения омолаживающих препаратов под кожу. В молодости своей красотой эта женщина сводила с ума миллионы советских мужчин. Стоит отметить, что снимаясь в современных картинах, она не перестает делать это. Актриса никогда не скрывала своего еврейского происхождения, открыто заявляла на всю страну о том, что она родилась в еврейской семье. Также она любит называть себя древнерусской еврейкой. Это звучит в ее многочисленных интервью. А кого из отечественных звезд российского кино, имеющих еврейское происхождение, вы находите самой обаятельной и красивой? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.